И печальная новость: не стала одной из самых ярких звезд российской эстрады Жанны Фриске. Известная певица, телеведущая, киноактриса, за которую последние годы переживала вся страна, умерла после длительной борьбы со страшной болезнью. Родные, близкие, поклонники запомнят ее красивой, смелой, талантливой и жизнерадостной. До 41-го дня рождения Жанны Фриске оставалось меньше месяца. После 2 лет борьбы с болезнью к ней стало возвращаться зрение. И появилась надежда, что страшный диагноз, неоперабельная опухоль мозга, не приговор. И время еще есть. За новостями о лечении следили не только преданные поклонники. Вся страна. Вчера вечером Жанны Фриске не стало. Мы все понимали, что болезнь смертельная. Но мы так все верили в чудо, которое дало нам возможность поверить в это чудо. Вот ее оптимизм, ее желание жить. Зимой созванивались, хотели встретиться, и так закрутились, что и не нашли время встретиться. Как гром среди ясного неба прозвучал 2 года назад диагноз глиобластома. У певицы, казалось, было все. Успешная сольная карьера, первые места в чартах поп-музыки и долгожданное женское счастье, которое в эстрадной мишуре долго не могла найти. С Дмитрием Шепелевым познакомились на съемках программы Первого канала «Достояние республики». В апреле 2013-го родился сын Платон. Жанна Фриске перестала появляться на публике, и поклонники были уверены, она просто наслаждается материнством. А после новости о болезни сделала все, чтобы она продолжала жить. Первый канал и Росфонд организовали сбор средств. Откликнулись столько людей, что денег оказалось больше, чем требовалось на оплату лечения. Мы всегда повторяли: счастье любит тишину. Я остаюсь верен этим словам, потому что Жанна остается для меня абсолютным, чистым, неповторимым счастьем. Я твердо знаю, что мы не могли бы справиться без вас. Я хочу поблагодарить каждого, кто жертвовал деньги на лечение Жанны, молился о ее здоровье, просто думал о ней, желал счастья и сил. Хочу, чтобы вы знали, эти 2 года во многом ваша заслуга. Спасибо. Грусти в ответ я улыбнусь. Последний клип Жанны Фриске, 2012 год, песня «Надежда». На экране, как всегда, она была полна жизни. 17 часов непрерывной работы, а в команде никто даже не знал, что она беременна. За силу воли и энергию коллеги называли Фриске стойким оловянным солдатиком. Как только у меня выходные больше, например, чем 3 дня, незапланированные выходные, то мне через какое-то время становится некуда себя деть. Я понимаю, что во мне уже скумулировалось огромное количество энергии, которое мне нужно куда-то выплеснуть. А выплеснуть я могу ее только на работу. Она стала блестящей в 96-м году с легкой руки продюсера. Он заметил Фриске в клубе на танцполе. 22-летняя студентка факультета журналистики бросила учебу и стала выступать в девичьем коллективе, которые тогда множились на поп-сцене. Но ей, в отличие от многих, удалось построить сольную карьеру и постоянно быть на виду в других проектах. Впрочем, сама она не показывала, как нелегко порой зарабатывала эту популярность. На коньках в ледниковом периоде Фриске выступала, несмотря на 2 сломанных ребра. Об этом даже тренеру не сказала. В цирке со звездами блистала под самым куполом, невзирая на панический страх высоты. Жанна Фриске на сцене, Жанна Фриске в жизни – это 2 разных человека. Для меня она останется светлым воспоминанием, метеором, кометы, пролетевшей через мою жизнь, оставив светлые, сложные воспоминания. Жанна не переставала экспериментировать. Дебют в кино. «Ведьма Алиса» в «Ночном и дневном дозорах». А мама твоя где? Моя мама уехала надолго. Твоя мама не уехала, малыш. Твоя мама умерла. Как умерла? Совсем умерла. Холодная, стервозная, но чертовски обворожительная. А еще ранимая. Певица позже призналась, подарила героине частичку себя. Ну, о чем жалеют женщины? О любви. А где-то стервозность, которая, естественно, во мне присутствует. Где-то, наоборот, слабость. То есть я... Как мне кажется, помогла ей ожить. То есть ее прочувствовали такой настоящей женщиной, коей являюсь, как мне кажется, не как мне кажется, коей являюсь я. За это ее называли одной из самых красивых певиц российского шоу-бизнеса, эталоном женской привлекательности. И потом приглашали сыграть уже саму себя. Уважаемый Жанна Фриске, держите себя в руках. Я женат. И кипятильник свой заберите.
Когда в руках у нее уже было женское счастье, Жанна Фриске боролась за жизнь в клиниках Германии, США, Китая. Боролась до последнего. А оставшуюся от сбора средств сумму перечислила детям, страдающим онкологическими заболеваниями. Конечно, жизнь заканчивается, но это закончилось слишком рано. Она была доброй, искренней и сильной. Господи, как же мне жалко тебя, Жанна. Я уверен, что там ты будешь счастливее и продолжишь петь. Счастливого путешествия. Прощай, моя девочка. Спи спокойно. Ты навсегда останешься в моем сердце. Последние несколько месяцев Жанна Фриске провела в своем загородном доме в Подмосковье вместе с мужем и сыном. Дмитрий Шепелев рассказал, что в ближайшее время сосредоточится на помощи тем, кто, как и они, не сдается и сражается за здоровье за еще несколько месяцев жизни. У них с Жанной было 2 года. В такой ситуации, говорили врачи, это много. Для них бесконечно мало.